Этим людям можно верить, они верны своему слову. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Буква «Ы» в этом имени дает человеку чувство сопричастности, при этом владельцы имени всегда стремятся к справедливости. Ради справедливости они способны на любые действия. Носители этого имени честны, с ними можно вести бизнес, присущи им и определенная внутренняя гармония, соединение логики, ума и высокого трудолюбия дает отличные результаты в плане развития. Умение работать, планировать делает представителей этого имени хорошими руководителями. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Людям с этим именем необходим порядок во всем. Эти люди практичны и приземисты, обладают большим потенциалом, но достигает всего действительно черепашьими темпами. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Звук «ы» в этом имени символизирует непробиваемое и нечто огромное. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика, натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Если владелец этого имени будет обращать внимание на знаки, уготовленные высшими силами, то жизнь и события у этой личности откроется с совершенно иной стороны, где можно получить помощь от Вселенной и значимые направления по жизни. Активизирует воображение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.